Всем привет, дорогие ребята, дорогие зрители, дорогие друзья. Друзья, я говорю тем, кто со мной дружит, кто хочет со мной общаться. И также мои одноклассники, которые меня смотрят. Вот. Сегодня я снимаю видео, простое видео, потом увидите, о чем оно. Вот. И, извините, у меня просто глаза слезятся. Да, извините за лишний шум и извините за то, что я давно не снимала видео. Просто у меня планшет очень сильно разрядился 23 февраля. Уже 3 дня прошло, то есть я не снимала ни одного видео. Я вообще не знала, чем заняться. Я очень хотела снимать видео, но планшет не заряжался. То есть я ставлю на зарядку, он как бы показывает, что он заряжается, но он не заряжается. Он то включен, включено, выключено, включено, выключено, включено, выключено. Мы проверяли на компьютере. То есть когда зарядку с переходом, да, вот чтобы скидывать с планшета или с телефона на компьютер, вот, включали в... Кость. А разве медицинская сталь оставляется? В... По-моему, швейцарская позолота. И на кем не должна счищаться? В компьютер, когда вставляли, он издает звук, что в него что-то вставили, да, что он чувствует. И издает звук, что что-то выключено. Вот. И... Извините, что я отвлеклась, и в этом видео будет не одна часть. Вот. Давайте-ка, пока родителей нет, махнем по маленькой, да? Неси наши фужеры. Извините, я опять отвлеклась. Вот. И... У меня прическа не короткая, просто я так сделала себе такую прическу. Вот сейчас. Вот. И я вставляла, когда он тоже выключил, то есть чувствует, что отсоединяется что-то, извините, просто у меня сегодня загруженный день. Вот, у меня сегодня пятница, я в школу не пошла. У меня вторая смена с 12, в 12 нужно быть там, ну, в школе уже по второго. У нас уже давным-давно идут уроки, но я когда приболела, у меня был очень сильно заложен нос, вот прям даже вот, ну, не вот тут, да, вот нос, а именно вот там вот, горло, все там было заложено полностью. Я подкашливала. У меня была температура 37 и болело немножко горло. Вот. И мы вчера пошли с мамой к врачу, чтобы брать справку. Врач до 12, а мне в 12 нужно быть уже в школе, ну как бы к 12. Поэтому мы успевали к врачу и потом сразу в школу. Он сказал, пойдете в понедельник в школу, он мне все проверит, даю вам справку, все, в понедельник уже в школу. Он говорит, мама говорит, давайте на сегодня. Он говорит, нет, у нее организм еще слабый, то есть может что-то еще в школе подхватить. И все, и опять в понедельник, говорит, будете меня вызывать, что ли? Нет, поэтому я... Осталась дома и вчера, и сегодня. В понедельник я пойду в школу. Завтра приезжает моя бабуля. Послезавтра мы едем покупать собаку. Щеночка такого маленького, мнюсенького. Щеночка. И в среду, в эту среду, то есть 2 марта, сегодня 26 февраля, 2 марта у меня день рождения. Это так круто, собаку мне мама подарила на день рождения, то есть мы поедем ее выбирать уже с документами.
чтобы перевозить через границу, так как у нас в России сейчас очень дела решаются, в общем, ну, неважно. Ну, не в России, а... Короче, неважно. Может, их можно как-то вернуть? Машины-то? Конечно. Главное, что сохранить. Кость. Надо спокойно говорить. Чтобы не пил, где попал и с кем попал. И в один прекрасный момент не очнулся в подворотне, в одних трусах и без пенсионного. Да. Этот кровь идет просто. Извините. Вот, и... В общем, я не могла долго зарядить планшет. Сегодня я уже помолилась, попросила Бога, чтобы он наконец-то включился. Я поставила его на зарядку, он наконец-то начал заряжаться. Я Богу сказала большое, огромное спасибо, потому что он начал заряжаться. И вот уже 100%. Уже заряженный, уже круто. Вот, ну и пойдемте, я наконец-то покажу моих малышей. И в этом видео мы будем прибираться дома. Как бы, ну, как это делаю я? Я вам хочу показать, потому что это невозможно. Просто невыносимо. Сейчас мои малыши спят. Потому что сейчас уже 1:30. Вовчик спит. Вот это вот. Милочка спит. Вовчик спит. Там Витка спит. Виточка. Виталиночка спит. Там мне еще нужно будет развесить это, господи, белье. Вот у меня накрашенные ногти. Потому что 23 февраля. О, 24 февраля. Да, у меня планшет 24 разрядился. Тут 2, я уже не стала видео. 24-го. Вот сегодня я снимаю. Да. Для меня, как бы, можно сказать, недолго, но для моих одноклассников это долго. Я не снимала видео, потому что они в шоке, что я снимаю видео и выкладываю в YouTube. Моя даже одноклассница, лучшая подруга, она даже завела себе канал про Monster High. Потом вам скажу... то есть в следующей части, как называется ее канал. Ссылочки, к сожалению, не будет, потому что я еще ее видео не смотрела. Вот, поэтому ссылочки не будет. Ну и я накрасила, потому что 24 февраля у маминой подруги, мы ее очень знаем, очень хорошо знаем, у нее есть 2 детей, Миша, он примерно как я, и Танюша. Ей 4, по-моему. 4 или 5? 4, по-моему. Да, вот я на ее день рождения специально накрасила ногти. Вот. Под свое платье. Мне очень нравится. Они такие прикольные. Как раз под футболку. Кстати, футболка... Вообще, Ванька, кто не заметил. Вот. Тут написано «Мамина девочка». Мамина дочка, очень сладкая девочка с сахаром, ГОСТ, масса нормальная, жирность 0,0%. И тут опять мамина дочка. О, тут все такое. В общем, такая вот у меня прикольная футболка. Я ей довольна, она такая прикольная. Правда, в камеру кажется, она такая громадная. Я имею в виду вот это вот. Все, да? Ну, внизу еще вот место. Это мы, на самом деле, она маленькая. Я вам здесь вот покажу. Вот видите, она очень маленькая. Маленькая надпись. И, в общем, давайте уже осталось у меня снимать всего лишь 5 минут. Мы с вами еще даже ничего не сделали. Первое, что я сделаю, это буду подметать. Подметать я буду... Ну, я недавно мыла полы. Мама сказала только подмести, поэтому я буду подметать в кухне, в коридоре и в зале. И пропылесошу в моей и в бабулечкиной комнатке. Завтра
она приедет, и мама хочет, чтобы она приехала в чистоту и порядок. Поэтому мне надо подметать. Сейчас я схожу за веником. Подметать и начнем мы с кухни. Вот такая вот у нас люстра. Я потом еще сниму рум-тур. Я уже снимала рум-тур. Но, я еще сниму рум-тур мой дом. То есть рум-тур комната, рум-тур мой дом. Я не знаю, что я сейчас говорю, какую-то чепуху. Я потом еще сниму обзор на мой дом. Да, у нас обычно на кухне очень много мусора, потому что мы тут готовим. Я имею в виду, мама готовит, я иногда тоже готовлю. Вот. Я, наверное, скоро сделаю себе новый канал, потому что просто ужасные. У меня было тут одно видео. Это как сделать печенье кудрявый мальчик. Вот. Ужасное было видео. Мама сказала тоже, что ужасно, потому что видно было только мой живот, бабушкин живот, и практически тарелки не видно было. Вот. Я это сама поняла. Вот. Я не пересматривала это видео перед тем, как выложить, потому что я не хотела даже его выкладывать. У меня сестра, которой 4 года, она уже все знает в планшетах. У нее есть даже свой планшет. Мне Дедушка Мороз на ногу. Вот, ей, правда, 3-й год. Это ее личный планшет. Вот мы подняли. Практически сейчас еще немножко подниму немножко от стульчика. Все. Вот. Ей подарил, как я уже сказала, да? Я подарили. Она уже там все шарит. Извините за выражение. Да, она уже все мыслит, все понимает, все в общем. Вот, она залезла, она когда была у бабушки, то есть, когда она пришла к бабушке в гости к нам, да, она захотела поиграть на планшете, вот. Извините за шум, да, она захотела поиграть на планшете, но у меня-то нет ее планшета. Мне не хотелось идти к ней домой. Брать планшет, вообще я дала свой поиграть. Она играла. В общем, у меня нету приложения, чтобы рисовать. Вот. Да, у меня нет приложения такого, чтобы рисовать. И я ей дала. Включила фотографии, да, она уже сама даже включила фотографии. И там, знаете, чтобы разукрасить, что-то такое сделать похожее. Добавить что-то. Вот, включила она себе это и начала рисовать. А потом она выложила это видео. Эти два видео. Потому что они у меня только были на планшете. Я как снимаю видео, сразу удаляю их с планшета. То есть выкладываю и удаляю, чтобы они не засоряли память. Вот. И я так и сделала. Я удалила все. А потом залазю в YouTube, посмотреть свои видео, все, и вижу это видео. И мама его смотрит, говорит, что такое, нельзя.
кстати, мой фамильчик. Мой фама. Мой фамья тотик. Мой тотик. Вот. Ну ладно, всем пока, до второй части. Я приберу немножко и продолжу.